Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как вкусно приготовить почки. Многие почему-то недолюбливают этот субпродукт, обходят его, как говорится, десятой дорогой, а зря. Если знать, как их правильно подготовить для приготовления, то в конечном итоге этот субпродукт получается достаточно вкусным. Почки стоят совсем недорого. В нашем регионе, например, 6 почек стоит чуть меньше доллара. Что я в свою очередь и сделал? Я купил 6 почек. В этом блюде я буду использовать 3 почки. Предварительно я их разрезал на продольные брусочки и, хорошенько промыв под проточной водой, оставил еще в воде минут на 30, чтобы вышла вся кровь. Также для приготовления этого блюда нам понадобятся такие ингредиенты. Я взял маринованные молодые чесночные побеги. Можно использовать спаржу, например. Также я взял 3 помидора в собственном соку, 100 мл куриного бульона и такие вот специи. Я взял соль, пол чайной ложечки, готовую горчицу в зернах, по пол чайной ложечки паприки, сухой аджики, молотого кориандра, а также немного взял очень острой абхазской аджики. Специи же смотрите по своему усмотрению, что-то можете убавить, а что-то добавить по своему вкусу. Итак, на первом этапе нам необходимо подготовить почки, а именно избавиться от неприятного запаха, который очень многих отпугивает. Почки мы помещаем в любую емкость и добавляем чайную ложечку соды. Затем нам необходимо залить почки уксусом 9%. Достаточно будет 100 мл. Начинается такая вот бурная реакция, и мы оставляем минут на 30 почки в сторону. После того, как реакция соды и уксуса закончится, почки мы еще раз хорошенько промываем под проточной водой. После всех этих манипуляций отправляем почки на сковороду. Добавим туда немного растительного масла и обжарим до того состояния, когда из почек бурно перестанет выделяться влага. Добавим к почкам, в моем случае, молодые чесночные побеги, томаты в собственном соку, добавим бульон, соль и все подготовленные специи. Хорошенько перемешаем и под крышкой будем тушить на медленном огне минут 20-25. Наше блюдо готово, друзья. Как видите, совсем несложно их приготовить. Надеюсь, мой рецепт вам понравится, и вы обязательно захотите им воспользоваться. Пишите в комментариях свое мнение, ставьте лайки. А кто не подписан, милости просим, друзья, подписаться на мой кулинарный канал. До встречи!